Хей, гей, с вами Шимки, и мы продолжаем проводить игруху по названию Borderlands The Pre-Sequel. Ну, кое-что, короче, произошло, я снимаю уже следующий день, да? Типа, я же тогда залпом снимал серии. Сейчас я снимаю другой день уже. Это третий день, по сути, съемок игры. И, как вы заметили, у меня задание провалено. И я вообще зареспавнился, я сейчас вам покажу, где. Вот, вот здесь. То есть, я не знаю, с чем это связано, но ладно. Давайте заново берем это задание. Так, это... У нас рюкзак полный, да? Хорошо. Ой, точно, что я хотел посмотреть. Что у нас по инвентарю? Это у нас, да? 31, хорошо. Я посмотрел, сколько стоит вообще улучшение. Я безбашенность еще немного прокачал. А, не. Не до конца, 200... Короче, чтобы нам достать меч этот, Эскалибур, да, типа, нам нужно с вами без башности 2500, короче, говоря. Ладно, давайте плакаты возьмем. Полетели. За этих довольно нормально опыта дают. Этих можно взрывать. Так. Мне туда нужно съездить. Там можно чувака выбить дроп. А, его тут нету. Жаль. Лунные камни вот эти, чтобы выбить, можно было с него. Но его нету, к сожалению. Так. Денежный кристалл. Так, кстати, где у нас плакатики? Так. Плакатики у нас с той стороны. Здесь вербовые плакаты. Если видите плакаты, конкуры, можете поискать их. Можете их сжечь. Сжечь плакаты партии конкуренции. Но у меня есть одно но. Я тоже еще могу, но чем? У меня ж нет оружия, да? На лавку. Ожгу, поедем, посмотрим, есть ли там в магазине. Есть на сплавку, то возьмем на сплавку. Ну, то есть я имею в виду оружие с уроном от огня. Пушки с уроном огня. Вот, в принципе, пушка. Хотя... Сколько стоит? 400, нихера себе. Блин, ладно. Давайте я сразу вместо пистолета поставлю. А, ты у нас стреляешь, нихера, сразу по 4 патрона. Ой, машинке урон нанес. Ладно, поехали выполнять. Огненная... Только это, походу, типа мини-дробовика, типа что того. Что-то типа того. Это не автомат у нас. Будем сразу выполнять, быстро делать, на врагов не обращать внимания. Так, мы сюда уже потом, походу, не вернемся, поэтому давайте открывать. Так, огромный сундук. Если там сейчас будет оружие с огнем... Перчатки. В принципе, на продажу, считай, окупился. В какой-то степени. Ну что за... Я снова совершал, забыла о времени. Совет НФК состоится в минуту, на минуту, если мне ничего будет. Где нужно повесить плакаты? Так. Давай, давай. Простите. Развести... Плакаты. Все, погнали вешать плакаты. Только где их вешать? Ага, вижу.
Так, стоять. Где там далеко? Ой, ё-моё. У меня машина горит. А, не, показалось. Я, главное, чтобы все успеть, у нас всего лишь 3 минуты осталось. Где? Давай, хорошо. Разместить, before, телепортировать. Давай, едем. Фастом, ускоряемся. Так, сразу смотрим. Едем сюда быстро, проезжаем тут и едем до конца туда. Блин, это наверх мне нужно, ё-моё. Не обращаем тогда на врагов внимания, я думаю. Хера их тут. Давай. Ё-моё, кажется... А, нормально, заехали. Хорошо, один есть. Поехали. Сразу по карте смотрим. Мне нужно было повернуть, черт. Ладно, здесь завернем. Давай. Посрать. 50. Полетели. Тут? Все. Отлично, теперь народная освободительница армии как следует. Возвращайся к доске объявлений, и я вам заплачу. Ух. Все-таки мы успели. Это охренительный камень. Тихо, собираем осколки. Еще? Должно быть всего 3 осколка выпадать. Походу мне в одном дали. Еще осколочки. Или что это? А, это улучшение. И осколок 4 штуки целых. Ни хрена себе, метеорит. Вали. Так, там новая локация. Это вот это, да, походу? Я тут, хотите сказать, не был еще? Давайте мы ее исследуем. Сейчас мы тебя, зайка, исследуем. Так, все. Можно возвращать на обычное. Опа. Как так? Не убил я. Баллончик опыта. Щит на продажу.
Так, здесь пустовато. Может, мне наверх нужно? Да нет, тут вообще ничего нету. Маленькое место. Хорошо, что я могу... Там у нас огромный осколок какой-то. Походу, если я сюда спрыгну, я сдохну. Мне что-то так кажется. И, о, там еще осколки падают. Ладно, погнали, задание сдадим. Да, вон осколки валяются. Наверх. Меня стопят, мне не дают наверх залезть. О, вот это со осколками прикольно сделано. Так, вижу, очень хороший осколок, большой. С этот сломаем. Это тоже довольно большой. Один осколок. Всего лишь один. Маленький. Золотишко. Патроны. Пушка, пушка. И все. В основном патроны попадали. Чё так времени много уже у меня заняло эта процедура? Уже туда-сюда уже 11 минут. Туда-сюда и уже 11 минут. Сейчас быстро слетаем, сдадим задание и пойдем уже по сюжету. Я не хочу опускать вот эти топ-миссии, если они доступны. Блин, значит, нужно с каждым эффектом оружие оставлять хоть одно. Да, ты это сделал, так взрывной и автомат. Ой, еще немного я апнусь, слушайте. Guns. Оружие, оружие, оружие. Ладно, оставлю. Тогда я снайперку не знаю. Какая-то она. Так, моды. Урон от холода. Запас УЗ. Запас УЗ. Щит. 61, да? Он хуже, чем мой, поэтому я продам. Он хуже, чем мой. Все. Незаметно доберитесь до пика надежды. Либо типа того, да? А, кризиса. Вот осколочки падают, но они уже... Ой, я вижу осколок. Врум-врум для... до осколка. А, это с деньгами. Да? Не, это большой. Штяк. Уже 40. Бля, я точно не помню, сколько мне нужно, чтобы... Мне туда нужно, на ту сторону. Здесь на самом деле можно просто постоять и повыждать, пока мне накапают херовинки эти. Можно подождать, чтобы мне накапили эти херовинки. Так, сразу наверх. Денежки, электрозаряды, электропушка мне не было, блин, походу нужно было
Ай, ладно, пос... Пока я туда не прыгнул, там никого? О, есть. Ваншот. В смысле, не ваншотнул? О, новый уровень. Уже 10-й. Там еще они тоже меткие. Что там происходит? Не знаем, Кузик. На новобранцев не похожи. Это уже точно. Вот и правда. Видимо, остальные только что умерли. Да, стоп, нет. Разорвать гостиничное счастье. Я это имел в виду. Ты странный. Тогда вперед. Так, это походу у нас боссик. Краснопузик, еще кто-то там. Так, ладно. Безбашенность у меня еще не накопилась. Прокачаем. А что мы прокачаем? Урон от стрельбы, да? При критическом попадании. Несколько секунд повышается урон от стрельбы. Давайте это, я думаю, вкачаем. Полезно. Хотя крит урон. Лучше крит урон. Блин, если бы вместо скорости прицеливания здесь была бы скорость полета пули, я бы прокачал только эту. Блин, не знаю. По сути, тоже хороший предмет. Ладно. Толстосум, толстосум. Воу-воу-воу-воу. Замечу, что они не так уж быстро летят. О, осколок! Вот этот хороший. Так, плитка с полетами. Let's go. В принципе, если скорость стрельбы буду прокачивать, да? Вот это охренительно выйдет. О, шоковое оружие. Первое шоковое оружие, замечу. Так, переход на следующую локацию. Ага. Так, снайперские патроны, патроны. Давайте сразу, чтобы я не продал. Ищет, забыл. Всем. И давайте еще сразу это тоже подцеплю. А то так ненароком нажму. И тоже продам. Так, надеюсь, мне хотя бы слышно, игру тоже нормально слышно. Найти источник сигнала. Толстопузик. Пик кризиса. Так, штурмую винтовки Владоса. Стреляет быстрее, чем вы удерживаете снайперскую крючок. Тра-та-та-та-та. Стреляет быстрее, когда вы удерживаете спусковой крючок. Ветка навыков фаланга не только позволяет Афине выстреливать неравном бою с помощью Асписа, ну и помогать защитить друзей. Испытайте их навыки, так-то. РПГ мощное, но дорогое оружие. Что ж, удовольствие надо платить. У меня еще РПГ, кажется, не было. Да, не оно. И лазерные пушки тоже. Так, обновление. Ну, мне ж не дали ничего. Это телепорт? Да, телепорт. Так, коробка с патронами. Так, сразу вижу точку с миссией. Цель найти источник сигнала. Ну тут тоже локация не очень-то так уж большая. Воу-воу-воу, Краган-уничтожитель.
Это плохо уже у нас. Зачем я могу туда пойти? Я схожу, там какой-то за угол есть. Просто кратер. Может, там куда-то можно зайти? А ну? В Borderlands всегда есть какие-то скрытые проходики, поэтому нужно смотреть в оба. Так, у меня кислород что-то быстро тратится. Довольно быстро. И главное, чтобы на меня вот эта херь больше не напала. По-тихому пробегу. Ну их нахер. Еще гробят меня. Как источник дыхания. Воу-воу-воу. За преда, хватит и про... Так, против Гипериона, это я понимаю, но на Эллипсе живут много людей, я знаю. Ясно, она во всем рыхнулась. Ладно, надо торопиться. Мы должны добраться до Гелиоса и переходить управление. Этой пушка не может ничего этого сделать, пока ты не найдешь источник сигнала в пике. Сейчас найдем. Вау. Почему мне не подтверждают, что я локацию открыл? А там что у нас было? Стоять? Так, походу тут тоже ничего. Я просто смотрю, чтобы вот эти скрытые места. Это понятно, что мне сюда нужно. Мне походу 100 пудов, да, придется с этими тварями драться? Хотя я туда могу пролететь, стоять. Я могу туда просто пролететь. А, ну тут я могу задание взять, стоять. Давайте я пойду задание возьму. Горшок. Он дружелюбный. Привет, горшок. Вот бы мне домашняя зверька, я бы на нем катался. Горшок попросил вас найти своего пропавшего друга. Ну вот, пропал мой самый-самый лучший друг. Я хочу его найти, но мне понадобится помощь. Кажется, это был он. Или это была она? Нет, это совершенно точно был он. Но я никак не могу вспомнить, как его зовут. Я его обычно звал Василюшка. Он был всегда такой веселый и жизнерадостный, всегда улыбался. Обожал меня. Хотя и кусал ужасно. У меня разве что кровь от нее? Так, пение из ушей не шло. Она часто ходила прогуливаться по чем-то там, еще было что-то кушать о том, что видела. Где он видел в последний раз, я не знаю, но его обязательно нужно отыскать. Она должна мне выпить. Так, найти веселушку. Сейчас мы твою веселушку найдем. Сейчас мы пособираем то, что у тебя есть. О, пушка огненная. Патроны. Шо, погнали искать веселушку, да? Крак. Крак, крак, крак. Лучше подняться наверх, мало ли это большая тварь. Это... Ладно. А, нет, это... Окей, так. Водные дудки, найти вас... А, вот и она. Кажется, он спит. Как ты думаешь, он спит?
Нет, он мертв. Так же, как и... Так, мой дядя после того, как подорался с... Ой, а как вы называете... Так, посмотри, не смотришь ли он какой-то записки. Поройся в его вещах. Так я боюсь, что меня эта херь сейчас заморозит. А, он... Он оставил легко, может быть, из него мы больше... Найдем? Взять. Ой, сколько всего я видел. И я нашел пешком заброшенную пустошь. Я видел огромную тихую заводь, из которой мне было белуч. Сиреневого цвета. Я слышал, как из его глубин доносилось безмолвное молвитно древних людей. Я разве костер... Так, развел костер, закрыл чайник и запел. Наблюдая за всей этой красотой, тут вдруг откуда-то на всякий так... Овчар... Я его поймал и засунул в котомку. Но когда я вернулся из дальней земли, то потерял ее далеко отсюда. На меня напала долбанные краганы. Найди ее, горшок. Тогда тебе придется мне поверить. Глянь в эхо. Как же я утомился. Наверное, я сейчас сдохну. А что я? Все кончилось веселье. Эх, видать, бедняга хватило лунный удар. У него что-то там постоянно где-то шатался, а потом нес всякую бредятину. Я никогда не слышал ни про какую-то тихую заводь. И уж точно не про кого-то там. Да, жаль, что так вышло. Так и осталось мне должен выпить. Интересно, где эта котомка? Поищи по округе, может найдешь. Найди котомку. Она, в принципе, так, там, где, куда нам нужно идти. Ну, в принципе, там... Так, а там, походу, ничего, да, нету? Ладно, сейчас пролетим, поищем. Стоять, может, он имеет в виду там? Если да... Да, походу, там. Тогда нужно сейчас... Запастись энергией. Так, не отсюда, не отсюда. Вот отсюда. Полетим. Главное допрыгнуть. Гдзе? Нашел. Главное, чтобы мне сейчас... Отсюда ж точно кто-то же выберется, ведь так? Крагуны! Вот он! Вот он! Убей его! Стреляй! Воу-воу-воу-воу! Тише ты. Будь поспокойней. Так, тихо, пистолетик. Да мой нать, сколько вас тут? Нормально, нормально. Тихо, перезарядился я. Так, тихо, убиваем, убиваем, убиваем. Так, забираем и валим. Что мне забрать нужно? А, катушку. Осколочек. Так, ага, все вижу. Походу там куда-то можно допройти.
Посрать, бежим. Бежим, 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 бежим. Я думаю, в принципе, можно пойти попробовать. Ой, ловите активку. Ой, тихо, нужно переждать. Так, все, на. А ты кто? Впрочем, неважно, я только что нашел вот это. Мне это прислал мой лучший друг на всем белом свете. И прикинь, она утверждает, что там внутри какой-то овчонок. Их же ведь в природе не существует. Ой, ой, это же овчонок. Они и вправду существуют. С ума сойти. Ой. Он, кажется, решил, что... И что ты думаешь, это значит, что здесь поблизости и правда есть какая-то тихая заводь, из которой не будет бьет луч... Так, сиреневого света. А из глубины доносятся безмолвные молитвы древних людей. Что за бред? Ну, в любом случае, спасибо за помощь. Так. Без обязательств. Рейтинг безбашенности у нас получен. Где? Где? Почему нам не дают его? Так, там я Рилли видел что-то в лаве. Давайте я туда схожу, попытаюсь. Осколочек. Я попытаюсь туда залететь. Надеюсь, я не сдохну. Туда рельли можно куда-то допройти. Или там ничего нету, я просто сдохну. Да, там ничего нету. Я мог бы просто сдохнуть. Так, тогда делаем вот как. Ага, тут тоже тупик. Все, возвращаемся быстро обратно, пока у меня есть полет. Ух, как раз хватило. Сохранимся. В принципе, можно эту серию закончить, я думаю. И пойдем уже внутрь ихнего чего-то там. Поэтому как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.